Всем доброго времени суток, с вами на связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Сейчас я нахожусь на сайте, на котором мне говорят, что у меня есть новое уведомление. Я не знаю, откуда именно оно взялось, но снизу указано, что это какой-то ООО IQ Technology. И осталось всего лишь 2 часа 38 минут для того, чтобы оформить заявку на выплату, так как я ее не завершила. У меня какое-то есть вознаграждение, откуда оно взялось, я не знаю. Сервис Lucky Mail, акция почтовых сервисов 2019. От такой акции слышу первый раз. Явно подобные сайты вы можете посетить, только если к вам на почту пришло письмо с приглашением на данный сайт. Мне же ничего не приходило, я перешла на сайт по прямой ссылке, и по идее никакие вознаграждения мне полагаться не должны. Внизу есть пользовательское соглашение, очень важная информация в нем написана. Сейчас увеличу немного шрифт, чтобы мы с вами могли прочитать. Пишется оно мелким шрифтом неспроста. Здесь говорится, что продукт – это бизнес-квест, игра, цель – пройти все уровни и получить в конце подарок. Использование продукта производится пользователем исключительно самостоятельно и по принципу как есть. То есть администрация не отвечает перед пользователем ни при каких обстоятельствах за любой прямой, косвенный, случайный, специальный ущерб, упущенную выгоду или иной ущерб, который могут быть у пользователя в связи с использованием продукта или невозможностью его использования. То есть… Все это игра, на самом деле никто серьезно здесь с нами не общается, и, конечно же, серьезно рассчитывать на какие-то выплаты не стоит. Тем не менее, нажму кнопку «Продолжить», я обязана протестировать данный сайт и показать вам все, что здесь происходит. И мне обещают целых 2650 долларов США. Для получения выплаты нужно авторизоваться с временным паролем. Почему с временным, где старый? Ну, конечно же, его просто не может быть старого, потому что я на данном сервисе впервые. Хотя это даже не сервис, это просто страница. Страница с одной кнопочкой. Это даже не полноценный сайт. Каким-то сервисом здесь и не пахнет. Мои средства успешно сконвертированы. 174 253 рубля теперь я могу получить. Закажу выплату вознаграждения. Теперь нужно указать реквизиты. Закреплю реквизиты, не указывая их. Подключение к платежной системе происходит. Нам пишут, что бюджет акции составляет 43 миллиона рублей с лишним. В это тяжело поверить, глядя на сам сайт, который просто выглядит ужасно. Неужели бы такая акция с таким бюджетом поскупилась бы сделать хотя бы нормальный сайт? Конечно же нет, это нам просто вешает лапшу на уши. Во время перевода средств на указанные реквизиты платежная система запросила комиссию в размере 348 рублей. И почему эта комиссия не может списаться с моих 174 тысяч рублей, неизвестно, хотя известно. Потому что с виртуальных денег мошенник ничего к себе в карман не положит. А вот с нашей карты, если мы оплатим 348 рублей, он уже сможет прилично так получить денег, особенно если это сделает много людей. 348 рублей я сейчас оплачу. Хоть и жалко мне отдавать эти деньги мошеннику, но я вам все-таки покажу, что будет после оплаты. Пока поставлю видео на паузу. Итак, платеж оплачен. Теперь мне нужно подтвердить свою личность зачем-то. И подтверждение личности стоит 640 рублей. Просто обдираловка какая-то. Снова нужно платить, снова на странице оплаты от сервиса ePay, от мошеннического сервиса. Конечно же, мошенникам я платить ничего больше не буду. Тем более 640 рублей – это платеж еще крупнее предыдущего, и платежи явно будут только увеличиваться. А причины все будут такие же дурацкие, вымышленные. Никаких подтверждений личности, кроме как на мошенническом сайте, вы не найдете. Да, есть всякие верификации. Вы можете проходить на разных сервисах верификации личности, но это бесплатно, и в основном нужно просто загружать свои данные, возможно, там фотографии паспорта и так далее, но никак не платить какие-то большие деньги. Например, для меня это не так уж и мало денег. Поэтому явно данный сайт просто развод на деньги, тем более счастливый email. Я не перешла сюда из своей почты, моя почта им неизвестная, каким образом мой email мог стать счастливым. Все это остается загадкой, хотя все достаточно понятно, если понять, что… На самом деле здесь орудует мошенник и просто помогает у нас деньги, заманивая конфеткой. Причем довольно-таки крупной конфеткой, но лучше не ведитесь на этот обман и держитесь подальше от данного сайта. С вами на связи была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. До новых встреч в следующих видеообзорах.